Химчанка Александра больше 30 лет проживает в городском округе. Рассказывает, в ее детстве такого количества игровых площадок во дворах не было. Сейчас у ее сына есть большой выбор. Можно пойти на площадок где-то 8-9 в районе дома, и есть выбор. Можно там одна надоела, или там кто-то, может, не нравится на этой площадке, кто-то из детей. Можно на другую пойти. Поэтому выбор большой. То есть, когда вот мы только в свое время, и вот я еще маленькая была в Химки, мы переехали, у нас не было настолько там в каждом дворе таких здоровских площадок, такого качества хорошего. Есть выбор, и это не единственное преимущество. Детские площадки стали более современные и безопасные. У всех специальное покрытие. Свою оценку качеству детских площадок дали разные специалисты. Сотрудники Химспаса, городского хозяйства, депутаты, а также активисты Молодой гвардии и общественно-приемной Единой России. Они провели мониторинг безопасности детских площадок в старых Химках. Вот эти вот уже прибежания, сделанные надежно. Помнишь, в нашем детстве они перетирались. Специальная комиссия оценила состояние игровых городков, исправность ограждения, освещенность территории, основное внимание – безопасности. Вот здесь мы посмотрели эту детскую площадку, все пощупали. Здесь есть определенные стандарты и нормы, которые соблюдены. Вот, допустим, если взять качели, которые мы только что смотрели, они уже сделаны со страховочной цепью, которые, в принципе, раньше качели производили без страховочной цепи, и это приводило к травмоопасности, когда они перетирались. Сейчас абсолютно другая история. В рамках программы комплексного благоустройства в Химках обновили 15 детских площадок и построили 6 новых. До конца сезона в муниципалитете смонтируют еще 22 игровых комплекса. Все новые детские площадки подключат к системе «Безопасный город». А это значит, что на каждой из них установят камеры видеонаблюдения. Что нас волнует? Первое – это, естественно, безопасность, да? Когда дети занимаются безопасностью. Первое – это, например, качели, крепления, состояние и так далее. Второе – естественно, покрытие. Третье – ограждение и так далее. Мы просмотрели сегодня, вот сколько площадок, да, в целом принципиальная оценка удовлетворительная и хорошо. Специальная комиссия проводит подобные рейды по детским площадкам регулярно. Недочеты, которые были выявлены в ходе проверки, устранят в самое ближайшее время. После специалисты проверят на безопасность уже спортивные площадки. Юлия Самошина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.